Всем привет, друзья! Сегодня мы будем готовить с вами новый салатик из огурцов. Рассчитан он на пол-литровые баночки. Огурцы уже нарезаны. Чем тоньше, тем лучше. Хрустящие будут. Вкусные. Для этого нам понадобится чеснок, соль, сахар, душистый перец, горчица, растительное масло и 9% уксус. Как видите, выложили в баночке укроп. Далее раскладываем по несколько долек чеснока. По 2-3 штучки на баночку душистого перца. И по 1/4 ложечки зерна горчицы. Далее раскладываем огурчики равномерно на 4 баночки. Здесь важно, чтобы баночки были именно пол-литровые. Далее в каждую баночку мы добавляем по 1 чайной ложечке соли без горки, по 2 чайных ложечки сахара добавляем в каждую баночку. Далее в каждую баночку добавляем по 1 столовой ложке растительного масла без запаха. И также добавляем по 1 столовой ложке 9% уксуса. Ну и теперь каждую баночку мы заливаем чистой прохладной водой. Можно также из фильтра. Главное, не кипяченой. Далее в кастрюлю ставим наши баночки, предварительно постелив тряпочку туда. И заливаем чистой, также прохладной водой до плечика в банке. Накрываем крышкой и даем закипеть. Баночки мои закипают. Вот как только они закипят, отсчитывайте 15 минут. 15 минут покипят и вытаскиваем. После кипячения баночки достали. Хорошенько закрутили крышки, перевернули и оставляем на ночь. Укрою сейчас полотенчиком, хотя они хорошо хранятся и при комнатной температуре. Ну а вам хочу пожелать всего самого хорошего. Готовьте по моим рецептам. Рецепты полезные, очень удобно, огуречки даже резать не надо. Посмотрите на салатик, на закусочку, картошечки. Очень замечательно подойдет. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на мой канал. Всегда рада быть вам полезной. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.